Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель», у студії Олександр Гамоля. Добрий вечір. Выники работы администрации Гомеля по створению новых працовных мест разглядели сегодня на посяджении гарвыканкама. Кольки громадян працоваткована за кошт изъявления новых вытворчеств и предприемств, типа спевая город за доведенными показчиками. Отказы в материале Ганны Ковалевой. Працоваткавать 1265 человек. Такая задача на гэты год была поставлена перед керавництвом Гомеля. У красовику прогнозную личбу повысили яшчэ на 900. Выконать распоряджение Совета министров и Гомельского облвыканкама планавалася ў большай ступені за кошт стварэння новых прадпрыемстваў і вытворчасцей. Так, за першае паўгоддзе 2016-га было створана 1400 працоўных месцаў, у тым ліку 830 на дзеючых прадпрыемствах і 600 на новых. У выніку прагнозны паказчык быў перавыкананы большым на 30%. На многіх прадпрыемствах крупных праводзяцца аптымізацыі, праводзяцца сакращэнні, это не секрет, поэтому задача органаў власти создаваць условия для того, чтобы создавали новые рабочие места. Но это в большинстве своем субъекты малого и среднего предпринимательства, которые с чистого листа, как говорится, создают предприятия. Ну и, соответственно, те люди, которые будут оптимизированы, скажем, на предприятиях, они могли себе найти новые рабочие места. Як это пытание вырашается у каждым из районов областного центра у особенности, обмерковали на посяджении Гомельского гарвыканкама. Свои справоздачи представили керовники районных администраций. У целом план выконывается. Неадренную лепту у агульную скарбонку все лето принесли замежные проекты. Так, каля 600 працовных мест з'явится у Гомеле на новой вытворчасти мебли, якую рыхтует до открытия польский инвестор. Активная работа ведется и с субъектами индивидуального предпринимательства. Что месяц до 10 человек отрымливают подтримку у выгляде субсидий для открытия своего бизнеса. Радует и то, что механизм отрымания грошовой допомоги для будущих предпринимальников стал больше прозрыстым. Неправомерно скрыстаться такой махчимостью складано. И порушальников закона сярод этой категории громадян стало меньше. У целом узровень беспрацовья у Гомеля зараз складает 1,1%. Практично такие ж показчик назирается и по области у целом. Крыху выше беспрацовья у инших областных центрах краины. Мы прогнозируем, что она будет стабильна до октября месяца, прогноз наш такой. Дальше будем изучать ситуацию и контролировать. Проводится огромная работа с нанимателями, и причем она мониторинг проводится ежедневно. На посяджении гарвыканкама был приняты шэраг рашэнняў. У першую чаргу больше активно наладить працу с субъектами малого и сярэдняга бизнесу, каб выявить приоритетные для стварэння новых працоўных месцаў напрамки. Управлению по праце, занятости и социальной обороне гарвыканкама доручено протягнуть консультационную работу с насельництвом, а кроме того, активизовать навучание основам предпринимательской деятельности. А в выниках выканания этих доручений отказные обязанные будут доложить уже 20 жнивня. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Субботние телефонные линии мясцовых органов улады протягивают свою работу. Завтра жыхары региона смогут звернуться с пытаниями до наместника старшини Гомельского облвыканкама Олега Михайловича Пачынка. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомеле 75 12 37 с 9:01 раницы и до 12. У гэты ж час на пытанні гамельчан кажа кіраўнік справ гомельскага гарвыканкама Алексей Анатольевич Васюченко. Нумар телефона 71-07-62. У Гомельской области сформированы канчатковы состав 1038 участковых выборчых комиссий по выборах депутатов Палаты представников Национального сходу. Працу будут вести 10477 человек. У их лику вошли представники 5 политических партий. В участковых комиссиях организации выборов будут заниматься 378 вылученцев Республиканской партии «Працы и справедливости», Коммунистической партии «Беларуси», Белорусской партии «Левых», «Справедливый свет», Объединенной громадянской партии и Социал-демократичной партии «Народные сгоды». Усяго от громадских организаций у комиссии включено больше, как 5200 человек. Працовные коллективы делеговали около 1600 человек. Еще больше, как 3500 вошли у комиссии шляхом подачи заявок. Найбольшую коль Колькасць прадстаўнікоў вылучылі Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, Беларускі саюз жанчын і грамадскае аб'яднанне «Беларусь». Як азначылі ў абласной камісіі па выбарах, 70% месца ў складзе участковых выбаркамаў занялі жанчыны. У ліку першачарговых задач, якія будуць вырашаць створаныя камісіі, уладкаванне выбарчых участкаў і ўдакладненне спісаў выбаршчыкаў.
Сёлета на Гомельшине спажывецкія таварыствы плануюць нарыхтаваць звыш 650 тонн лясных ягад. У насельніцтва ўжо закуплена каля 415 тонн, што значна больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Як прадукцыя праходзіць праверку на якасць, даведаўся Дмітрый Котаў. У рэгіёне працягваецца актыўная загатоўка дароў лесу ў насельніцтва. З гэтай мэтай дзейнічае каля 160 прыёмных пунктаў, у іх ліку 25 перасоўных. Таксама арганізавана работа раз'язных сезонных нарыхтоўшчыкаў. Сёлета іх 140. Закупаюць прадукцыю і сельскія магазіны. Прадукцыя, которая закупаецца населення, автоматычна часть прадукцыі реалізуецца собственнай торговай сеці. Часть, скажам так, если это говорить о чернике, она замораживается для последующей отгрузки на экспорт или другая какая-то продукция. Часть хранится временно хранится на складах предприятий. Галоўная задача – строга выканаць умовы захавання прадукцыі. На складзе цэнтральнага рынка ў Гомелі спецыяльнае абсталяванне дазваляе падтрымліваць аптымальны тэмпературны рэжым – плюс 8-10 градусаў. Аднак перад тым, як прадукцыя паступае ад насельніцтва ў гандлёвую сетку і сховішчы, яна праходзіць строгі кантроль на якасць. Кожную партыю правяраюць дэталёва. Усяго працэдура займае да 10 хвілін, пасля чаго даецца дазвол на продаж. З превышэннем C137-го у нас попадаются продукты такие, как грибы лесные, ягоды лесные. Мы не выпускаем такую продукцию на рынок. Значит, по заключению измерения и проверки на радионуклиды C137 нитраты и качество выдается талон на право продажи. Цена на продукцию залежит от попыту. Например, черницы могут каштовать от 17 до 21 тысячи недоминованных рублей за килограмм. В каждом торговом предприятии, приемозаготовительном пункте есть информация о закупочных ценах, о предъявляемой к продукции требованиям. Также мы широко информируем через средства массовой информации, скажем так, о ценах и о местах размещения приемозаготовительных пунктов. Усяго сёлета плануется нарыхтовать каля 650 тонн дикорослой продукции. Зараз задание выканано больше, чем на полову. Урожайность шарниц в этом сезоне высокая. Заготовлено 420 тонн. Это больше, чем летось на 22%. Дмитрий Котов, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Цудоўная летняя пара з'яўляецца найбольш траўманебяспечным часам года для дзяцей. Сярод найбольш распаўсюджаных прычын дзіцячага траўматызму – выпадзенне з вокнаў з маскітнымі сеткамі, купанне без нагляду дарослых, глытанне дробных прадметаў, у тым ліку новых манет. Часам цана такіх дзіцячых забаў – хірургічнае ўмяшанне. Пра то, як засцерагчы малых ад небяспечнай цікаўнасці яе сумных наступстваў – рэпартаж Веранікі Варашыліны. Полторагадовалая Настя з Рэчыцы у своим невеликим житті, что называется, пережила другое нарождение. У выніку падзення с пятого поверха дзяўчынка атрымала сур'ёзныя пашкоджанні лёгкага и складаны перелом стягна. Аднак на шчасце засталася живая. Каб выратаваць немаўля, урачы Гомельской областной клінічнай больницы провели шэраг складаных хірургічных маніпуляцій. И зараз дзяўчынка поступова ідзе на поправку. Побач з маленькой Настей знаходзіцца яе бабуля Святлана Миколаевна, якая ни на крок не адыходзіць ад сваёй унучкі. Той день она вспоминает с жахом, кажа мать отвернулась от дитяти усяго на пару хвилин. Однако этого было достатково, каб крыху не стратить на завсёды самое дорогое и каштоное – сэн життя усёй сям'і. Папа пошел в магазин, закрыл все окна, забыл закрыть в спальне. Она сходила в туалет, мама понесла горшок. Котенок закрыл на подоконнике, она за ним. Там окошко было открыто, и на москитную сетку. И все, она улетела на ней. Это наше счастье, что там кустики еще были, и она на кусты. Дадзены выпадок не адзінкавы. Падзенне дзяцей з вокнаў з маскітнымі сеткамі па-ранейшаму з'яўляецца адной з найбольш распаўсюджаных прычын дзіцячага траўматызму. У цэлым, як ні парадаксальна гэта гучыць, выпадкі пераломаў канечнасцяў у дзяцей у летні час фіксуюцца нават часцей, чым у зімовы перыяд галалёдаў. Траўматолага-артапедычнае аддзяленне Гомельскай абласной клінічнай бальніцы фактычна штодня папаўняецца новымі пацыентамі ва ўзросце ад 6 месяцаў да 16 гадоў. Усё часцей на бальнічныя ложкі дзяцей прыводзяць празмерна рухомыя гульні, якія ладзяцца у месцах для гэтага зусім непрызначаных и нават вельмі небяспечных. Усяму вяной безнагляднасць з боку бацькоў. Все прекрасно понимают, что дети – это неуправляемый механизм, конечно, но постоянная бдительность, постоянное наблюдение за своим ребенком в первую очередь предупреждает эти травмы. Во-вторых, всегда нужно знать, куда идет твой ребенок, и быть начеку, иметь полную информацию о том, где он гуляет, с кем гуляет и когда будет дома.
Небезпеку для самых маленьких уявляют дробные детали цацок, гузики, оторванные до денег, и нават новые монеты. Малые познают свет на смак, а значит, могут их не только поспробовать, але и проглынуть. Часом цена таких детячих забав – хирургичное умешание. Проглынутая монета не так небезпечна, как, например, батарейка, якая приводит до моцного электрохимичного опеку внутренних органов. Але и она может нести серьезные наступства. Каб их позбегнуть, необходимо одразу неоткладно звернуться до врача, але лепш подобного не доводить. И постараться, как копейки, как и иншие дробные предметы, не трапляли у руки детям. Телеведущая телерадиокомпании «Гомель» шмадетная мать Марина Сверьянова зараз выховывает троих детей и заусёды пильно сочит за тем, как каждому из них организовать безопасное дитинство. Мы купили специальные ручки с замочками. Я окна закрываю, то есть я его открыла, помыла или посмотрела сама. Закрыла сразу же, защелкнула, и ребенок не откроет его уже никогда. И оставить тут я его могу совершенно спокойно. Ну, конечно, еще один фактор – это плита. Поэтому, когда я готовлю есть, то стараюсь, чтобы заняты были задние конфорки. Чтобы ребенок не обжегся, не опрокинул на себя кипяток. Ну, еще пару мелочей – это лекарства. Мы ставим как можно выше. Ребенок точно не дотянется. Также высоко в соответствующих помещениях у нас хранится и бытовая химия. Вот. Ну и желаем родителям всем того же, чтобы они всякими мелкими своими заботами, ежедневными, но совсем не хитрыми, берегли жизнь и здоровье своих малышей. В летний период не варто забывать и про безпеку детей на воде. Бестурботность тут у одной мгнение может обернуться трагедией. Дети повинны плавать у специально обсталеванных для этого местах, у так званых лягушатниках, где глубина не превышает 60 сантиметров. Что самое головное, водные процедуры неполнолетних обовязково повинны проходить под пильным наглядом дорослых. Если вдруг выявляется или обнаруживается ребенок, который пришел самостоятельно, либо родители где-то зазевались, такого ребенка вычисляем, приводим к родителям, проводим разъяснительную работу, вручаем памятку. Административного рычага у нас нет, но мы морально подходим, вежливо, тактично объясняем о неправоте и недопущении таких проступков. Безумовно, несчастный выпадок, как и любую хворобу, лепш попередить. Однако, если неприемного инциденту позбегнуть не удалось, треба как мага худшее выкликать худкую допомогу альбо отвести дитя в больницу. Не гублять ни хвилины, как трапить у руки специалистов для оказания квалификованной допомоги. Так само варто памятать, что неправильно оказанная первая допомога может нашкодить. Вероника Ворошилина, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. У Гомеля проходит международный хоккейный турнир памяти Алексея Костюченки. Кроме господаров хоккеистов Гомеля-2, удел принимают дубль Солигорского Шахтера, юнацкая сборная Беларуси и московский Спартак. Гоноровый громадянин Гомеля Алексей Костюченко особо для белорусского хоккея больше, чем знаковая. Он стоял для вытока отраджения этого вида спорта у Гомеля на сучасном этапе. Алексей Костюченко с 2000 по 2008 год узначальвал совет хоккейного клуба Гомель. У многим, дякуючи его намаганням, команда была и остается одним из лидеров белорусского хоккея. При этом шмат уваги Алексей Алексеевич надавал и дитячему спорту. Нездарма турнир проводится именно сярод молодежных команд. При этом только хоккеем интересы Алексея Костюченки не обмежевывались. Спорт увогуле был важной часткой его життя. Для него спорт вообще это было главенствующее. Он любил все виды спорта. А когда сказали, что в Гомеле должен быть ледовый дворец, конечно, он двумя руками. Он очень хотел, чтобы была ледовая команда, чтобы был свой хоккей, потому что в детстве он когда-то на валенке накручивал снегурки, коньки были такие. И были во дворах команды. И он играл очень хорошо, играл в хоккей. И поэтому, когда уже построили ледовый дворец, каждый выходной он приходил сюда, чтобы тренироваться вместе с ребятами и для себя играть в хоккей. У первых гульнявый день господары своих болельщиков не расшаровали. Гомель-2 с ликом 3-1 переиграл другую команду солигорского Шахтера. Московский «Спартак» закинул ворота юнацкой сборной Беларуси 3 безотказные шайбы. Сегодня «Гомель-2» сустракался со сборной Беларуси и соступил 2-3. Завершится турниры памяти Алексея Костюченки завтра. Гэта и іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працаваў Александр Гамоля. Добрых вам навінаў і да сустрэчы ў эфіры.